В июле вступают в силу важные нормативно-правовые акты, относящиеся к сфере транспорта. В их числе принято еще в конце января постановление правительства, которое вносит изменения в правила дорожного движения. В соответствии с этим постановлением на дорогах страны появятся новые дорожные знаки – фото-видеофиксация. Они будут предупреждать водителей о том, что на участке дороги с помощью автоматических камер ведется фото- и видеосъемка.